Первая из четырех заявленных премьер в Казахском музыкально-драматическом театре имени Сабита Муканова в воскресенье на суд зрителя представили новую постановку в этом сезоне. О режиссерских находках и оценке зрителей в репортаже Анны Жицкой. В зале оркестр и зрители в приятном ожидании премьеры. Новая постановка – это музыкальная комедия «Гаргарбектен Гуйгуе». Историю написал татарский драматург Труфан Миннулин, а перевел Оскар Наймантаев. Этот спектакль мы готовили 2 месяца. На нашей сцене давно не было спектаклей с оркестром. Я считаю, что такие постановки нужно делать чаще, потому что мы не только драматический, но и музыкальный театр. Я надеюсь, что зритель оценит наши старания. По словам режиссера, это первый опыт такой молодежной комедии в театре. Действия на сцене сопровождаются живой музыкой. Оркестр органично взаимодействует с героями, создавая особую атмосферу. Это история о любви. Действие происходит в наше время. Семья решила отдать дочь замуж по древним обычаям. Такое стремление сделать все по традициям предков приводит к нелепым ситуациям. Отец девушки по имени Урпия устраивает состязание между ее поклонниками, доводя их до абсурда. Зрители от такой игры в восторге. Переживания каждого претендента на жениха вызывают у них сочувствие, а нелепые ситуации – искренний смех. Все очень здорово, мне понравилось. Было бы хорошо, если бы такие музыкальные спектакли ставили чаще. Спектакль очень хороший. Послушали много наших казахских песен. Для молодежи очень хорошо. Но история заканчивается благополучно. Гаргарбек отдает Урпию за того, кто готов для нее сделать больше всех и кто нравится самой девушке. Несмотря на свой сложный характер, Гаргарбек очень добрый и мягкий человек, говорит Туран Дурызбеков. Актер признается, играть такого персонажа непросто. Это моя первая главная роль в комедийном жанре. Жанр комедии очень сложен. Мне было нелегко. Но когда выкладываешься на 100%, зрители смеются, ты тоже ощущаешь радость. Это первая премьера из четырех, которые запланированы в 19-м сезоне. Следующая ждет зрителей в декабре. Это «Венецианские близнецы» итальянского режиссера Паоло Ланди. Анна Жицкая, Казбек Рыкбаев, новости МТРК.